Еще раз хочу подчеркнуть, мы, Российская Федерация, открыты к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Европейским Союзом, но только на таких принципах и только с пониманием того, что именно таким образом можно выстраивать взаимовыгодное уважительное сотрудничество. Наши отношения, отношения между Россией и Сербией могут служить здесь примером. Евразийский Союз – это не закрытый клуб, он активно развивает международные связи, имеет отношения с огромным количеством государств. Ну и буквально через несколько дней, 25 октября, мы ожидаем в Москве вашего председателя правительства, госпожу Анну Брамич. И я надеюсь, что наше общение закончится подписанием соглашения о свободной торговле между Республикой Сербии и Евразийским экономическим союзом.